Дай, пожалуйста. Спасибо. Ведь мы же не вспомним, как его собирать. Я надеюсь, что это не мы будем. Почему? Почему ты так надеешься? Ну, я просто в этот момент буду носить тяжести. Или заливать воду в новую унитаз. Нет, все, я хочу свернуть. Ты называешь это водой? Вот такой кипятки, даже я если повернулся, прекрасно. О, мы знаем, кто будет его собирать. Есть шуруповерт. Шуруповерт? Миш, шуруповерт. Здесь. У нас. А он у нас. Вы просто... Там на 4 волна. Ну, только что, привет. Вот здесь он где-то лежал. Стеллажи, которые здесь был только что. Ну, что он взял? Стеллаж целый, а, ребята? Как при такой жизни не пить? Как? Есть вариант. Есть курить. Вот я предпочитаю, конечно, второй, потому что я пил бы, я думаю, уже... Хотел, знаешь, я это в последнюю очередь решил делать. Потому что если сегодня все это не унесется, да, то получится, что у нас открытая дырка и заходите. Ну да, конечно. Поэтому это в последнюю очередь, может быть, не сегодня. Ну вот я про это говорю. Первым делом сломали крышу, потом пошел дождь. Стас, нафига ты эти подушки ты берешь? Они вообще надо туда вставить. Стас, ты как-нибудь переезжал, скажи? Я переезжал. Ну а что тогда делаешь? Я нормально, я за что был хотел сходить. Как же не хочу тоже попасть. Да. А, между прочим, вот этот матик. Миш, давай мелочь сразу закинем. А, ты сейчас стоишь с этой штукой? Да. Сейчас вполне заберу. Закинь мелочь сразу. Давайте вот теперь мелочь надо запихать туда. Театр должен начаться с вешалок. Не говори. Мелкие вещи. Сейчас все мелкие вещи, которые мы догружаем вверх. Давай, еще одну сумку. Тащи ее. Давай еще одну мелочь. Давайте еще. Все, вот это. Давай. Тебя тоже погрузим. Ой, а вы еще не уехали? Да, давай, конвейер в самом основании. Нина, нет, или кто-нибудь, ребят, дайте вот коробку, которая вот там с оранжевой крышкой. А? Но ты работаешь. Он звонит, это на 2 часа. Вот справа вот Да, звонит, да, да. А извини, пожалуйста, вот. Но тут такая звонья. Ты знаешь, что Гарри, кажется, ногой хуй. У нас еще есть сам. Ты не понимаешь. Надо срочно что-то делать. Вот. Он мне звонит и говорит, так, я сейчас звоню в МЧС, говорю, даю ваши телефоны. Давай. Остановите самолет. Я слезу. Есть, Даня. А мы кондиционер забираем? Ну вот там парни собираем. Же его демонтируют, насколько я понимаю. Они демонтировали его уже. Ну значит, вот кто суперкарга? Стас, где этот ебаный Стас? Стас уехал, по-моему. Нет, Стас здесь остался. Наш кто-то знает, что вы. Вот, да. Мы же говорили, что Керим туда едет, а Стас... Где Стас? Стас пошел, вот, к карке. К карке. Ну, а где он? Не знаю. Вот, пускай Стас суперкаргирует. Потому что, ну, это нужен кто-то. А вас кто-то скоординировал, Пашки? Друзья, давайте из зала еще выносить скамейки и вот эти хуёвины. Air-condition, как его, блядь? Кондиционеры. Air-condition, блядь. Вот как это по-русски, блядь?
Там сантиметров 15. Какой-нибудь термон? А-а-а. Например, вот такую фигню. Хотя бы. Ну что, коробки вот туда лучше вам наподавать, да? Мелкие каких-то? Да, мелкая, не тяжелая. А, давайте так, мелкая или тяжелая габаритная. Вот начинаем вот, вот эти вот все, да. Так. А, Вань, надо активироваться сейчас и мелкие вещи быстро побросать. Давай что-нибудь купить. Да. И желательно пошустрее. У вас там рама куда-нибудь влезает? Ну, можно, наверное. Ну, ее еще надеть. Да. Рано, рано, согласен. Ее когда вот скамейку эту положим, и сверху. И с дверью вместе ее. Мелочь. Там. А? Да, давайте один сюда наверх. И конвейер. Активнее, да. Вот, давай. Потом. Да? Да, да, да. Кондиционер, 6 секунд. Шикарно. Так, да? С той стороны, может? Да, в руке сейчас сделаем. Ноги вот так вот. Во! А вот такие еще есть черные? Вот. Во, вот эту сейчас. Вот такие черные можно поставить туда. А что? Кондиционер-то что ему будет? Ну, это, не, конечно... это не влезет. Попросили, чтобы она с дверью ехала. Но она поедет с дверью, но... А ну просто так, а куда ее поставить сначала? Сначала пока просто ее поставить. А все вот эти черные коробки сюда давай попробуем. Да? У стенки там в углу есть... Такие, знаешь, складные досочки. Небольшие, а вот такие они средние. Возьми их, захвати, пожалуйста. Вот. Вот ее я ждал. Меня? Да скажи, я ждал. А это? Хорошая? Да, это моя курточка. Так, я так, надо щемить. Курточка щемится, а? Да. Отдела. Да. Там еще какие-то, их тоже надо? Да. Это правда, я боюсь. Ну, я не бойся. Убивец. Я просто забыл уже, как убивец. Браво! Все. Все. Ух ты. Высоко утрамбованный. Вот интересно будет, когда вы откроете, и вся эта хуйня посыплется вам на бушки. Спокойно, только вот не надо вот это. Она не посыпется. Проблема в том, что ее не вынуть. А потом вы будете говорить секреты. Ну я же говорил, да. Она как головоломка вынимается сразу с нескольких сторон. Нужно одновременно тянуть вверх. Да, да, отличная игра вот эта. Что выбросить?
что в нем такого? Проект называется «Автозак». Ну да. В отличие от всех этих офисных, вот офисные поломаны, надо не жалеть, не убраться. Все, закрывает? Да. Нельзя убраться. А кто создает? Да. А там же ребята. Сейчас скажу Кириму. Решайте, у меня пока перерыв. В холодильник что-то убрать. Все, нет ничего? Стас, посмотри внимательно. Давай, это я возьму. Возьмешь. Смотрите, вот. Сева, твои вещи можно возьмешь. А что, да куда? Их же на... договорились еще, на эту самую настройку вести. Родуля. Да? Ну вот, а вот еще это? Раз. Посмотрите, надо 100 раз посмотреть. А вот это что? Вот я уверен это в этом. Можно? Нет. Подожди. Не прошел. Ну вот, видишь? Вот, вот хуёвинок. Стасик хуёвинок нашел. Я жду всегда их. Стасик хуёвинок нашел. Давай. Ну. Еще бы ты кофе нашел. Потому что надо там через час уже... Сейчас будет. Стасик, позвони. Ася, да, он смотри. Нет, она вообще полчаса. Я сказал, прям сейчас, сейчас она выходила. Вот эти вот мелкие. Давай-ка просто сюда. Позвони, позвони. Так, есть что-то еще мелкое? В холодильнике есть внутренний мир, а вы не забыли об этом. Нет. Опа, знаешь, какой колоссальный? Я тебе так не сяду, расскажу. Есть мелкие еще какие-то у нас? Все, да, Стас? Все. Все. Из мелочи все. Вот эти штуки. Слушай, а вот какая-то мелкая хрень, я не знаю. Где? Какая хрень? И достали ребенка, не забыли. Это потом. А это что? Это декорация тоже. О, декорация. Ага. Огнетушитель, ребята, еще один. Что есть? Огнетушитель. Один останется огнетушитель? Сейчас. А хоть один останется огнетушитель? Здесь? Да. Нет. Одну последнюю. До последнего мало ли чего. Давай ставим. Да уже все надо паковать. Да нет, а еще не поздно. Давай ставим. Просто. Давай. Давай сюда, кто-то я день уже прожил. Прощай, прохожий. Я тебя знаю. Про огнетушитель подумали. Вдруг внезапно какая-нибудь рука. Давайте огнетушитель один оставим. Огнетушитель Сандрик просит один оставить. Просто мало ли чего. Ну, уже ничего такого не будет. Знает, кто знает. Речь, кто жива. Они хотят огнетушитель. Я сейчас езжу. Не, Кирилл, ты ну как? Нет? Гора не идет, не заметно. Гора идет, гори. Все. Я думал, просто здесь она поставим сюда. Может быть, вы что, охлажденный? Давайте, что, любой. Денис, ну что? Ты пойдем ее? Вот такой жесть. Вот такой. Пардон, Лена. И еще такие приспособления. Давай. Вот все. Да, нет, 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 правильно, правильно. Сверху еще. А вы куда сейчас себя везете? Вы-то куда вы сейчас едете? На Гатинскую. Ой, Денис! Я забыла. Спросите, он телефон Кирима записал? Записал. А, все, отлично. Тогда... Там есть кому разгрузить? Вика, а там есть кому разгрузить? Там есть кому разгрузить? Там есть кому это разгрузить? 4! У меня 7 человек там должно быть. О, это мне. Я попробую. Хотя... Это же как могу это сделать, это развернуть сюда, провод будет торчать туда, а это будет торчать сюда. Надо просто развернуть. Можешь подержать? Ага. Ну,
Давно был в Третьяковской галерее? Не так. Недавно был в зале древнерусского искусства и спросил, как ты смотрел на Рублева. Жадно. Ты упивался. Видишь, упился. Не упился. А влезет ли? Вопрос. Друзья, сколько не хватает? Чуть-чуть. А по диагонали? Нет. Не надо. Ну-ка, сейчас я счет наверное. Давай диагональю. Так, куда? Очень остроумно. Не перешибу руку. Тут чаша. Ты же кадру. Машина – персонаж фильма «Близко», да? Нет, это же другая, я так... Ты на другую ехал? Да. Там с переднего сиденья ты сможешь поправить. Туда чуть придвинь его, вперед деревяшка двигается или нет? Не, там уже будет голова Дениса. Не, ну там она сидит. Это опасно, в случае торможения. Ага, вот теперь... Сюда вот будет. В отличие от большинства, Денису нужна голова, у него там есть что-то хорошее и замечательное, он очень умный. Вот теперь давай. Но надо берить по этой голову. Обычно можно его все равно не берить, потому что без головы будет работать неправильно. Понимаете, это видео как-то уравновешивает немножечко. Ага. Красиво! Какой вы молодец! Кто у вас был по математике? Я учился на инженера, а до этого еще учился в Московском заочном приборостроительной технике. Вот оно как. Помнишь, мы ехали из Филадельфии и в... Помню, как мы ехали и читали стихи. Ты дал послушать свой плеер. Я не помню, что мы читали стихи. Плеер помню. Архипов читал Бориса Рыжего. О, он мудрец, специалист по Борису Рыжему. Да. Земляк. А еще какой-нибудь стихотворение? А давай ты, Сева, какой-нибудь стих. Я, блядь, стихов, откуда я, блядь? Откуда, блядь? Лермонтова. Ну, Лермонтова-то. Давай. Ну. В шкуру я успел воткнуть и там два раза вот. Повернуть мое оружие. И вот, дальше не помню. Фрагмент. Класс. С тобой можно играть всего когда из трех слов. Миша, давай твоя очередь. Ты, будучи зачинщиком, перед нас воодушевляешь. Не, я думаю, я вспоминаю. На самом деле я сейчас думаю, что зря я начал. А что, играем в угадай стихи, что ли? Нет. Прочитай стихи. Ждем газель, читаем стихи. Сусальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О, вещая моя печаль, о, тихая моя свобода, и неживого небосвода всегда смеющийся хрусталь. О, молодец. Сандрик. А кто будет? У вас соревнования? У нас состязание. Он читает хороших советских поэтов, а я плохих. Ну, давай. Это довольно сложно, потому что стихи плохих поэтов сложно запоминать. Я хорошо запомнил. Я просто с Курочкиным сейчас вспоминали, поэтому я боюсь, что ничего больше не вспомню. Сейчас. Вспомни вам. О, Вика, давай. Да. Весь день как день трудов исполнен малых и мелочных забот. Их вереница мимо глаз усталых ненужно проплывет. Волнуешься, а в глубине покорный не выгорит и пусть. На дне твоей души безрадостной
и черные безверия, и грусть. Можно и дальше читать, она видна. Исковерканы взрывом пути полустанка. Снег расчерчен следами бесчисленных лыж. На разбитую башню немецкого танка по обугленным ребрам забрался малыш. Зябко ежась и брови сдвигая упрямо, показал на чужих мертвецов со двора. Это их за папаню, Серегу и маму. Наши дяди-танкисты подбили вчера. Идеально. После блока неприятно, конечно, всякое вам. А я один почти вспомнил. По вечерам над ресторанами ТТТ воздух тихо, глухо, горячий воздух тихо, глухо правит окриками пьяными ТТТ и ТТТ дух. А вы уже подъехали? Да, мы подъехали. Настя. Я тут хорошая. Ну, добрая, хорошая. Она просто разъебана. Разъебана? Ну, надо. Берем? Ну, конечно, разъебанные вещи, они самые ценные. Да. Тоска по родине, давно разоблаченная Марокко. А вы теперь мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть. По каким камням домой брести с кошелкой базарной, дома не знающей, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным лбом, из какой людской среды быть вытесненной, непременно в себя, в единоличие чувств. Камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не тщусь, где унижаться, мне едино. Не обольщусь языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемый быть встречным читателем, газетных тон глотателем, доильцем сплетен. 20-го столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневши, как бревно, оставшиеся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее и роднее бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло. Душа, родившаяся где-то, так край меня не уберег мой, что даже самый ловкий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Ну, если по дороге куст встает, особенно рябина, заем. Ильяс, давай читай. Да, там отъехали, ну, уехали уже, да? Сейчас, ребята, да, отправим. Я сегодня ночью один... я смотрю в окно, думаю, куда зашли мы? И от чего мы больше далеки? От православия или эллинизма? К чему близки мы? Что там впереди? Не ждет ли нас теперь другая эра? И если так, то в чем наш общий долг? И что должны мы принести в жертву? Вот так. Вот так. Сказал, как отрезал. Ну, моя маленькая машинка, она как бы типа даже. Юль, не надо. И сейчас еще вторая машина тоже с какой-то книжкой такой, которая перемещается. И она и ребята привезут вам бутербродов, воды там и прочее. Что там не безвредно, за ней еще нет. Ну это все равно. Я думаю, что захотите, чтобы у вас было что-нибудь. Я думала, оно легче. Это барабаны чеснят. Последний шанс, давайте, я вам поддержу новину, который у вас в руке. Давай. Нет, нет, надо ты меня. Главное мне. И акробаты. Братья Томеевы. Сегодня для вас выступают Сандрик и Ильяс. Неправильно. Неправильно. Стас, Ильяс и Сандряс. Да. И Сандряс. Стас, Ильяс и Сандряс. Сейчас берегите глаза. Берегите голову. И такие девушки. Да, принимаем сейчас. Так, девушки. Что там еще? На, еще прикручу. Уйди.
Уйди, спасибо. Уйди, грусть. Все, я держу. Чуть-чуть, Илья, на себя поддергните. Прям, если на вас немножко дернуть, наклонив в другую сторону. Дайте я сейчас. Александр, что-то сложно объясняет. Пожалуйста. А если ты... А можешь приподнять ее, Стас, наверх? Да. Опа! Ура! Аплодисменты! Я не слышал аплодисментов. Так, а ты где? Я держу. Я держу, да. Вот у меня последняя деталь МЛО, без которой инопланетяне не могут жить на Земле. Хранится у нас, подарили в подарок. Пока будем жить на Земле, будут храниться у вас. Наталья, отойди. Есть возможность? Осторожно, головы. Камера. Головы. Ой, отходите, все. Головы. Что за мурава? Уже не развинчивается, да? Развинчивается. Нужны пласт. Ну что, давайте наполнять. Так, у нас... Подожди, Керин, 3 секунды, не торопись. Эти длинные мы потом положим куда? Эти длинные можно туда положить? Сверху. Сейчас я думаю, с этим деревом, может быть, сразу его вниз запихнуть? Да, можно. Вот с этой стороны. Ясно. А ты вот про эти не забудь хрени. Смотри, какие они большие и длинные. Ну, эти сверху тоже все. Эти это под крышу. Это... Как вас зовут? Алтай. Оу. Это мы потом под крышу с тобой вот этим запихнем. Или у нас сейчас есть вариант, его сразу там в бок, да, вот поставим. Да, давайте его сразу. Давайте сразу в бок это поставим. Есть, а наверх мы, да. Вот, это правильное решение было. Потом давайте стулья. Сейчас я. Так, там на месте. Давайте. Влезет, да? Да, да. Большие стулья, нет? Не, лучше соберем. Боку. Стулья не торчат. Подожди, а боку не поместится. Подожди, Кирилл, а если мы его поставим вот так просто? Здесь полметра у нас остается. Ну, полметра мы найдем еще. Заполним еще. А стол. А стол прям сейчас. А скамейка. И скамейка сюда войдет. Вот отлично. И шкафы туда войдет. Все, супер, делаем так, как я говорю. Все, давайте. Ильяс. Ильяса. This is your responsibility. Yeah. Ну что, вот так его, да? Прям как есть, только вот эта деревяшка. Да. Это а все, поворот, да? Да. Да подавайте, посмотрите только сверху, видите, что? Что это, да. Да, это хорошо, это входит. Это хорошо? Что мы можем... Такой был план? Ну, давай, хорошо, давай. Давай его. Давай стол. Стол? Давайте стол. Это праздник обновления. Лучше будет. В принципе, у нас все осталось, да? Вот реквизит и вот это. И вот это. Прости, да. Нет, это не реквизит. На спектакле, а отпуск. Нет. Я тебе... Нет.
Они сделают его снова. Я тебе точно говорю, тут две коробки. А баннер? Ну, а баннер мы возьмем, конечно. А скамейка, которая в язык не будет? А это возьмем. А что вам жалко коробку положить вообще? Ну, слушай, я буду ради этого места, потому что под миллиметром все входит. А мне вот это зачем надо? Мне это не надо. Я коробки тебе сам потом говорить приеду и сделаю. Если бы за зиму огонь что-нибудь бы оставил, ты бы его забрал. Ну, это коробки, понимаешь? Это, ну, это бы идешь в магазин и потом и делаешь это за 3 секунды. Серьезно, скажи, я лично все это как сделал. Я средь сделал. Я еще не приехал, не видел его, я как раз и посмотрю. Я сделал. Вот, давайте баннер вот этот вот. Давай. Я знаю, куда его пристроить. Ой, да. Спасайте уродца, да? И смотрите. Не обижайте. Себе надо забрать его. Что происходит сейчас? Себе. Нам в док? Не нам в док, а мне в кого нужно его подгадать. Возьми, а его зарядки нет? Ну возьмите. Так, да. Я уже ухожу сейчас решать. Что надо? Отдай перчатки тогда. Держи. Паш, все, всем пока, ребята, увидимся. Спасибо, ты человечище. Там завтра настройки возможно еще. Знаешь, все, Алтай, давай, рад был знакомству. Давай. Всем пока. Всех обнимаем, всех целую, всех люблю. Ты куда пошел, родной? На репетицию. Да? Но там выхода нет. В той стране, да. А то же с вами перепропущено, тут же чувак разобрал. Ну ладно, на топ-то можно. Так, у кого вот телефон? Все, Кирилл, там осталось для ушек исправиться. Ну, что не справимся, то оставим. А двери что так и не сняли? Вот, вот. Нет, а те двери железные. Не, железные тебе не наши двери. Слушай, так, то, что не влезет, можно потом потихоньку завтра приехать на машине забрать.